Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил для вас сегодня пастор Ника Ньохарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, направит нас и даст нам мир. Yesus, kau segalanya bagiku. Иисус умер за наши грехи. Он был погребен и на третий день воскрес из мертвых. После этого за 40 дней Он явился более чем 500 Своим ученикам. А затем на глазах у Своих учеников Иисус вознесся на небеса. Теперь Он на небесах. А что делает на небесах Иисус? Ну, во-первых, Он готовит место для нас, верующих в Него, в Иисуса. Иисус сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю
вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga. Sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya. Во-вторых, на небесах Иисус ходатайствует за нас, верующих, чтобы мы были спасены во всей полноте. Далее, в-третьих, Иисус на небесах, чтобы посылать к нам Духа Святого. Последними словами Иисуса, перед тем, как Он вознесся на небеса, были такие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Слова «быть свидетелем в Иерусалиме» могут означать «говорить об Иисусе своей семье». Далее, «быть свидетелем Иисуса в Иудее» может означать говорить об Иисусе среди верующих. Быть свидетелем Иисуса в Самарии может означать говорить об Иисусе среди неверующих. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. После этого 120 учеников собрались вместе в верхней горнице в Иерусалиме, как и велел им Иисус. Он сказал им: «Не уходите из Иерусалима, пока не облечетесь силой свыше». Что эти 120 учеников делали в верхней горнице? Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Это значит, что они молились и поклонялись Богу в единстве днем и ночью. Это закон скинии Давида, молитвенное бдение. Через 10 дней, в день Пятидесятницы, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. После этого Бог чудесным образом использовал их, и они стали свидетелями Иисуса. Одна из характеристик свидетелей Иисуса — они творили чудеса. Они творили чудеса подобно тому, как творил их Иисус, когда жил на этой земле. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Иисус воскрес, и Он жив. Чудеса, которые 2000 лет назад творил Иисус, происходят и сегодня посредством Его учеников. Однажды во время молитвы в 3 часа дня Петр и Иоанн шли в храм. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них хоть что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ дивился, видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились все ужаса и изумления от случившегося с ним. Это было великое чудо. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus. Библия говорит, что нет спасения ни в каком имени, кроме имени Иисуса Христа. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, только именем Иисуса. Имя Иисуса имеет силу. Вся земля и небеса, все, что под землей и в океанах, на горах и всюду, все должно преклониться перед именем Иисуса, включая сатану, демонов, ветра и моря. Все должно преклониться перед именем Иисуса. Поэтому Петр сказал тогда: «Серебра и золота нет у меня,
но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Потом Петр взял хромого за правую руку и помог ему встать. Ступни и колени хромого тут же окрепли. Он вскочил на ноги и стал ходить и прыгать, и славить Бога. Произошло новое чудо. Если вы также хотите пережить новое чудо, вам тоже нужно поверить в имя Иисуса Христа, в то, что Иисус может и желает вас исцелить. Он сделает это с вами. Perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang menderita Dia sanggup memulihkan hidupku Dia sanggup memulihkan hidupku Dia sanggup memulihkan hidupmu. Возлюбленные, Иисус способен исцелить вашу жизнь. Кому из вас нужна помощь Бога? Возможно, вы больны или столкнулись со сложными обстоятельствами. Хочу сказать вам, что Иисус способен восстановить и исцелить вас. Поднимите свои руки. Господь, ты видишь эти поднятые руки сегодня. Господь, ты можешь и хочешь исцелить их. Так будьте исцелены и восстановлены во имя Господа Иисуса. Будьте восстановлены. Будьте исцелены. Примите свое чудо сегодня во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Shining in the light of your glory, pour out your power and love as we sing, holy, holy, see you high, to see you high and lifted up, Jesus, shining in the light of your glory. Аллилуйя! Мы с вами славили, поклонялись и вместе слушали Слово Божие.
в знак нашей благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа, давайте жить святой и угодной Богу жизнью. Это будет радовать сердце нашего Бога. Я Билли, как всегда. Увидимся с вами через неделю. И да благословит вас Иисус. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Let us clap our hands together. Say hallelujah. Let us sing this prophecy. Lord, pour out your spirit. Amen. The peoples of the earth, let your sons and daughters speak your words of prophecy. Send our priests, send our priests and bishops, the secret of your heart.